Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале R-Style. Это Xiaomi Redmi Note 9S. И я расскажу в этом обзоре все плюсы, минусы, особенности, что нравится, что не нравится в этом аппарате. Аппарат получился очень неоднозначным. В первую очередь выделяется он огромным, почти 6,7 дюймов диагональ его экрана, при том IPS, защита Gorilla Glass 5 и стекло. И задняя крышка, а рама пластиковая. Телефон выделяется многим. Здесь хороший процессор предфлагманский Qualcomm Snapdragon 720G. Это по 8-нанометровой технологии создан этот процессор. И если вы берете даже версию 4 гига оперативной памяти и 64 гигабайта встроенный, как мой аппарат, то в любом случае готовьтесь к тому, что аппарат будет работать очень быстро. Почти так же быстро, как аппараты, работающие на 845 или 855 драконе. Скорость работы его действительно приятная, а аппарат не тупит даже при 4 гигабайтах оперативки. Он и не должен, но я просто выделяю, потому что работает телефон действительно быстро и шустро. Не так, как флагман, но почти. Сам экран, кстати, по технологии IPS, подробнее о нем тогда и расскажу, с него, собственно, и начну обзор этого замечательного телефона, но есть в нем и недостатки, я от вас ничего не утаиваю и расскажу, конечно, все как есть. Итак, экран 6,64 дюйма, разрешение его достаточно высокое, это дает нам целых 395 пикселей на дюйм. 1080 на 2400 пикселей и 20 на 9. Ребята, это очень огромный широкий экран, очень сильно вытянутый. При батарейке, кстати, здесь 5000 с небольшим мАч, которую я тщательно протестировал, и могу сказать, он работает 1,5-2 дня, даже если вы его достаточно агрессивно будете юзать, если сказать просто простым языком. Ребята, он действительно работает очень долго, и мой тест воспроизведения видео на максимальной яркости. Я запускаю, полный экран, разумеется, делаю, включаю MX Player, я так делаю уже много лет, и запускаю один и тот же видеофайл в режиме самолета на максимальной яркости. Яркость экрана, кстати, нормальная. Вполне. Так вот, почти 11 часов для IPS-экрана, для большого IPS-экрана, это высочайший показатель. Не путайте с AMOLED-ом. AMOLED-экраны могут крутить 18-20 часов при таких же характеристиках, плюс-минус. Для IPS это очень круто. А вот что не нравится, это вырез, который у нас скажут тоже. Челка ему не нравится, вырез не нравится, отверстие в экране не нравится. Объясню. На самом деле, конечно, девать его вроде как некуда. Но с другой стороны, смотрите, что мне не понравилось. Если вы захотите вырез скрыть в этом телефоне, забудьте. Будет, во-первых, уродливо по двум причинам. Первое, это то, что сверху, снизу все углы, они скруглены, как во всех современных телефонах. Но если вы решите скрыть вырез, они почему-то будут прямыми. А вторая проблема, это то, что видно кусочек этого выреза, если вы его скрываете. Поэтому я советую на него просто забить и пользоваться телефоном так. Такая возможность скрыть вырез есть, но работает она криво. Но, честно говоря, наверное, это единственная вещь, которая работает в этом телефоне криво. И не из-за того, что я как-то хочу его прям вам расхвалить, что ли. Нет, объективно, и минусы здесь есть. Но вот по качеству, по цене качества, мне кажется, идеален. Расскажу о недостатках чуть позже. По батарейке, в принципе, высказался. Действительно, работает очень долго, даже если вы его гоняете, очень щадяще. И процессор очень, несмотря на IPS-экран, телефон ведет себя очень достойно. То есть на 1,5-2 дня растянуть большим экраном, повторюсь, можно. И это реально круто. Плюс ко всему, здесь у нас тройной слот. Одновременно две сим-карты и карту памяти поставить можно. Ну, при условии, что вы не только YouTube на этом телефоне будете смотреть, но и что-нибудь снимать. Кстати, что-нибудь снимать, 48 мегапикселей, основная камера, здесь их целых 5. 48, 8, 5 и 2. Плюс 16 мегапикселей камера фронтальная. Что касается основной камеры, ну, 48 мегапикселей это квадрат, фактически 4 на 3. Есть несколько фотографий, примеры можете посмотреть и оценить, как снимает этот телефон, этот смартфон по ссылке под этим видео. Вы же сейчас видите на экране, есть, конечно же, широкоугольная камера и есть двукратный зум. Он не оптический, поэтому им лучше не пользоваться. Приближение будет с мылом небольшим. Но с другой стороны, за те деньги, за которые его продают, вы посмотрите цены по Яндекс.Маркету. Ссылку я оставлю под видео. Этот телефон сейчас можно купить, этот смартфон можно купить там за 14 с небольшим тысяч рублей, что я считаю очень даже адекватно. За Snapdragon, за большую батарейку, за, в принципе, нормальную камеру, учитывая цену, за, ну, более-менее нормальное качество видео. Качество видео 4K. 30 FPS максимально поддерживает. По крайней мере, на текущей версии прошивки. Также стабилизацию проверяем. Full HD 60 FPS. Проверяем стабилизацию. Ветер сильный, поэтому звук может писаться не слишком хорошо.
Если бы он стоил 20 тысяч, я бы его всячески ругал. Если бы он стоил 30 тысяч и снимал так, я бы сказал, что это отстой. Но за свои 15 тысяч, грубо говоря, снимает неплохо. Опять же, вы всегда можете свое собственное мнение составить, я для вас всегда оригиналы оставляю по ссылке под видео. Что у нас дальше? Сканер отпечатка на боку смартфона. Редко сейчас встречается такое решение. Когда-то Sony так делала, разные фирмы так делали, и вот Xiaomi сделали. Не могу сказать ни в плюс, ни в минус. В принципе, мне удобно. Но опять же, есть фронтальная камера, разблокировка с помощью лица. Телефон не скользкий, но в комплекте, это удивительно, кстати, основной я их ругаю, но этот телефон практически не скользит. Я не знаю, как они этого добились. Но факт остается фактом. Но, конечно, лучше использовать бампер стандартный. Он защитит ваш телефон от царапин. И какой-то дополнительный процент, шанс того, что если он упадет и останется целым, все-таки есть с бампером. Бампером комплектным я бы пользовался. Телефон поддерживает быструю зарядку. Конечно, беспроводной зарядки в эти деньги здесь нет. Нет и водозащиты. Есть зато разъем для наушников. Здесь он снизу. Snapdragon и все играют, в принципе, сносно. Есть один динамик на боку. Динамик, вопросов к нему нет, но, к сожалению, он только один. Был бы второй динамик вот здесь, и было бы все значительно веселее. Но, по крайней мере, к нему вопросов нет. Если вам не нужно стерео, для вас это не критично, то этого динамика хватит, чтобы даже на оживленной улице посмотреть какой-то ролик. Возможно, с этого телефона кто-нибудь смотрит мой ролик, почему бы нет, отпишитесь, тогда будет довольно-таки интересно. Единственная ложечка дегтя не для всех, а для тех, кто расплачивается с помощью телефона, она здесь есть и, возможно, она испортит целую бочку меда. Здесь нет модуля NFC. Понимаю, сейчас паника начнется у тех, кто не знает, ну в хорошем смысле паника. Те, кто не знал, скажут, да блин, здесь NFC нет, все, я его не беру. Ну, дело каждого. Я на самом деле использую просто карточку, прикладываю, оплачиваю. Несколько месяцев назад впервые настроил оплату телефону, но мне как-то не нужно это, честно говоря, мне не лень карточку. Но опять же, я понимаю, все люди разные, кто-то без NFC телефона не рассматривает. И, честно говоря, я не понимаю, почему Xiaomi его сюда не поставили. Они прекрасно знают, что в России популярен NFC, и не только в России. В Китае он не популярен, там с помощью QR-кодов расплачивается. Судя по всему, модель изначально планировалась для китайского рынка, это мое мнение, а потом решили выпустить ее на глобальный, потому что цена-качество у нее, на мой взгляд, очень хорошая. Подводим итоги. По большому счету, я рассказал практически все. Отмечу еще раз плюсы, несомненно. Кстати, если вы вдруг используете FM-радиоприемник до сих пор проводной, то он здесь есть и работает даже без проводов в лучших традициях Xiaomi. Плюсы, безусловные, это защита Gorilla Glass 5 и заднее стекло, и переднее стекло. Это действительно круто. Для кого-то будет плюсом IPS. Но, если честно, я сам обычно предпочитаю AMOLED. Они более сочные, что ли, какие-то. Но для тех, у кого устают глаза от AMOLED-экранов, то, пожалуйста, огромный телефон с IPS-экраном, практически сейчас редкий вымирающий вид. И экран, кстати говоря, вот фильмы вполне на нем, даже вот ужастик, репортаж 2007 года, где много темных сцен, я вполне нормально на нем смотрю и не парюсь, нормальный, хороший экран. Плюс это, безусловно, отличная батарейка, одна из лучших, не побоюсь этого слова, автономностью на рынке. Эта модель одна из лучших. По-настоящему, вот 2020 году, это реально круто. А так, минусы, ну, хотелось бы стереозвук, это не прибавляет стоимости телефона нисколько, было бы намного веселее и интереснее. NFC для многих, ну, или не для многих, я не знаю, насколько из моих зрителей нужен этот модуль. Конечно, часть покупателя отпугнет, но в остальном модель мне действительно понравилась. И если первое впечатление было, огромный большой телефон с большой батарейкой, с 720-м процессором, Qualcomm Snapdragon, то, попользовавшись несколько дней, мне он прям зашел. И напоследок, я решил в самом конце рассказывать про все эти игры, PUBG Mobile, тесты и всю ерунду, которую многим не нужно. Смотрите, PUBG Mobile на высоких настройках идет, но небольшие подвисания могут быть, но все равно ситуация довольно-таки хорошая. А если вы поставите средние настройки, вы все равно будете играть с тенями, отражениями, и будете играть, ну, никак, конечно, на флагмане. Для этого нужно купить телефон как минимум вдвое дороже этого. Но играть будет комфортно. Это хороший процесс, он, на мой взгляд, близок к флагманскому. Действительно близок, 720G. На этом сегодня у меня все. Дальше будут выпуски еще про Москву. Покажу, поснимаю вам Москву, раз вам это понравилось. Мне самому большое удовольствие поделиться тем местом, где я живу. Конечно, подписывайтесь на канал. Конечно, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Ну и, как всегда, я желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо.